Вдохновение. Это слово с широким значением. Мы можем вдохновиться какой-то историей или хорошо исполненной песней. Но когда мы говорим, что Писание вдохновлено, мы имеем в виду что-то совсем другое, не правда ли? Мы говорим, что оно Богодухновенно. Мы говорим, что каждое слово на каждой странице нашей Библии находится там, где Бог хотел, чтобы оно было. Нет ошибок, нет противоречий. По крайней мере, мы должны так говорить. К сожалению, доктрину Богодухновенности очень часто не понимают даже люди в церкви. Можно даже сказать, что на эту доктрину нападают. И сегодня пастор Джон МакАртур объяснит доктрину Богодухновенности так, что любой верующий сможет ее понять. И даже более того, он покажет важность этой доктрины для вашего служения и личного хождения со Христом. Итак, возьмите Библии и приготовьтесь к вдохновению. Не в библейском смысле, конечно, но все равно к вдохновению. Запутались? Тогда просто усаживайтесь, и вам все станет ясно, когда мы будем рассматривать Божье Слово. Перед нами замечательная возможность рассмотреть доктрину о Богодухновенности Писания. Мы обратимся к богословской категории под названием библиология, учение о Слове Божьем. Несколько лет назад я прочитал интересное интервью популярного автора христианских песен, написавшего многие из тех, что мы поем, попросили объяснить, как он написал определенную песню. И вот что он ответил. Что касается этой песни, она была написана очень быстро. И я не хочу обсуждать богословский аспект. Расчленяя песню, мы вмешиваемся в работу Святого Духа, вдохновившего меня на эту песню. Конец цитаты. С одной стороны, я понимаю автора этой песни, но это поразительное заявление. Нежелание обсуждать богословский аспект песни, потому что таким образом можно повредить работе Святого Духа, вдохновившего написание этой песни. И это может означать, что люди просто не понимают, что такое богодухновенность. В защиту авторов можно сказать, что слово это встречается очень часто. Одно дело сказать «музыка меня вдохновила», и совсем другое – это была вдохновенная передача музыки. Имеется в виду, что музыка ободрила нас, эмоционально вдохновила, когда мы пели эту песню или слушали ее. Автор может даже сказать, что процесс написания песни был вдохновенным, но утверждать, что песня была вдохновлена Святым Духом, и потому ее нельзя анализировать и расчленять, значит, ставить песню на один уровень с Писанием. То есть автор, пишущий песню, имеет то же вдохновение, что и, например, Лука при написании Евангелия. Или Павел, когда писал послание к римлянам, или как вдохновлен был Исаия, когда писал пророчество книги Исаия. Что мы имеем в виду, говоря, что Библия вдохновлена Богом? Значит ли это, что книга вдохновляет нашу веру, религиозные чувства и сознание? И вдохновляются ли авторы песен в наше время так же, как были вдохновлены библейские авторы? Вдохновлены ли современные книги? А проповеди? Вдохновлены ли Богом? Термин «вдохновение» образован от латинского термина «вдыхать». «Вдыхать». И здесь можно немного запутаться. Во 2 Тимофея 3:16 написано: «Все Писание Богодухновенно».
Слово «вдохновение» создает определенные проблемы. Буквальное греческое слово означает «выдохнутое Богом» — «теопнустос». От этого же греческого слова образованы термины «пневматика», «пневмония» и все, что связано с дыханием. Слово, которое во 2 Тимофея 3:16 переведено как «богодухновенно», все Писание «богодухновенно», то есть дано Божьим дыханием, означает, что все Писание выдохнуто Богом. Это не мы вдыхаем, но Бог выдыхает. Бог выдыхает свои слова. А не просто вдохновляет нас. Мы верим, что Библия вышла напрямую из уст Божьих. Ее выдохнул Бог. Он дал слово. Можно ли сказать то же самое о песне? Можно ли сказать то же самое о книге, о проповеди? Идеи, мысли, служении, плане. Является ли это прямым откровением, исходящим из уст Божьих? Но мы-то знаем, что это не так, не правда ли? Я никогда не проповедовал богодухновенной проповеди. В этом смысле я никогда не получал божественного откровения так, чтобы Бог вдохнул в меня проповедь, а потом я бы рассказал ее вам. Что можно сказать о говорении на языках? О тех, кто пророчествует, получает слово мудрости, слово знания? Приходит ли это вдохновение прямо из уст Бога? И подобно ли оно богодухновенности библейских книг? Но кто-то может сказать, что я слишком далеко захожу в этом предмете. Есть степени вдохновения. Бывают вдохновенные проповедники, вдохновенные авторы песен, отдельные люди, получающие откровения, слова мудрости и знания от Бога могут быть вдохновлены. И я много раз говорил об этом с людьми в разное время. Они вдохновлены, но иначе, не так, как библейские авторы. Вдохновение здесь меньшей степени. Что-то вдохновлено Богом максимально, то есть книги Библии, а другое в меньшей степени. Но вдохновение означает богодухновенность. То есть Бог это сказал, и нет никаких степеней. Он или сказал это, или не говорил. Именно поэтому нужно очень осторожно обращаться с такими фразами, как «Господь сказал мне это» или «Господь сказал мне то». За годы жизни у меня было много разговоров с людьми, которые верили, что Господь им много всего говорит. Помню, как одна женщина сказала: «А мне все равно, что говорит Библия. Я точно знаю, что сказал Бог лично мне». Вот это пугает. В том, что говорит Бог, нет степеней. Он или сказал это, или не говорил. Либо Бог это выдохнул, либо Он не выдыхал. Слова либо принадлежат Богу, либо не принадлежат Ему. Они не могут быть в некоторой степени от Бога. Чтобы понять это, можно представить, как мы считаем что-то самым высшим, самым лучшим, самым оптимальным. Это называется превосходной степенью. Это высочайшая гора, лучшие часы, больше всего денег. Если это правда, то нет горы выше, нет часов лучше и нет человека богаче. Нет выше высочайшего, лучше лучшего и больше самого большого.
Посему нет более вдохновенных или менее вдохновенных слов от Бога. Бог — абсолют. Поэтому Божье Слово абсолютно. Бог — превосходная степень. Божьи слова всегда наивысшие. Бог вдохновенность не имеет степени. Он либо сказал, либо не говорил этого. И нет песен, нет книг, нет видений, нет откровений, нет проповедей, которые были бы прямым откровением от Бога. На самом деле, даже сама эта мысль становится пугающим предположением, ибо Библия заканчивается следующими словами. Откровение 22:18. «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей». Имеется в виду книга Откровения, но это заключение Божьего откровения, канона. Поэтому данные слова применимы ко всякому дополнению, ко всему Писанию, поскольку это последняя книга. «Свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей». Здесь очень-очень понятное предупреждение, и так заканчивается Библия. Ничего не добавляйте к этой книге, ибо это все равно, что добавить что-то к канону Писания, который завершен данной книгой. Итак, говорить, что кто-то вдохновлен в библейском смысле, очень серьезное заявление. Ни одна из моих проповедей не была богодухновенной. Я беру богодухновенное слово, вдохновленное Богом и данное мне в завершенной форме, и стараюсь сделать это богодухновенное слово понятным для вас. Но мое усилие — это лишь мое усилие. Надеюсь, оно подкрепляется работой Святого Духа в моем разуме. Но я говорю вам мои слова, пытаясь объяснить значение Божьего откровения. Помню, как-то на радио брали интервью женщины-проповедницы, и был задан вопрос, не думаю, что ведущий подозревал, в каком направлении гости будет отвечать. Он говорит, как вы готовите свои проповеди? Как вы готовите свои проповеди? И она ответила с придыханием, я их не готовлю, я их принимаю. Когда ведущий спросил, что она имела в виду, гость начала объяснять, что ее проповеди спускаются с небес. Ох, если бы это было так, насколько легче было бы жить. Написанные песни — лишь отражение явленного Богом в Его Слове. Произнесенные проповеди — лишь попытки сделать понятным для слушателя уже явленное Божье Слово. То же самое с написанными книгами. Глупо говорить, что Бог вдохновил мои проповеди, или что Бог вдохновил написание книги или песни. Все мои проповеди нуждаются в редакции. Бог не нуждается в редакции. Проповеди мои, в лучшем случае, хиленькие попытки взять Божье Слово и принести его людям через человеческое посредничество. Поэтому важно отстаивать богодухновенность Писания. Теперь, после такого вступления, давайте поговорим об определении богодухновенности. В чем же состоит доктрина богодухновенности? Дам вам для размышления несколько категорий. Откровение. Откровение — это содержание. Откровение — это содержание. Бог являет свою истину. Вдохновение — это инструмент. Откровение — содержание, вдохновение, как это было сделано. Говоря о божественном откровении, мы говорим о содержании, о смысле, истине, явленной или открытой Богом. Говоря о вдохновении, мы говорим о методе, использованном Богом. Как Он это выдохнул? В откровении Бог являет Себя. При вдохновении
Дух Бога берет откровение и пропускает его через сознание авторов в Ветхом и Новом Заветах. Они записывают это, когда оно изливается от Бога Святым Духом через их сознание. Они записывают точные, истинные слова, составляющие предназначенную Богом для записи мысль. То есть откровение — это сама мысль, а вдохновение — это способ передачи и записи на страницах Писания. Теперь хочу более ясно обсудить данный вопрос, обратившись к обходным путям и объяснив, чем богодухновенность не является. Библейское вдохновение не является высочайшим достижением человека. Это не высочайшее человеческое достижение. В истории было много критиков доктрины богодухновенности о том, что Бог выдохнул каждое слово в сознание автора, записавшего это, и поэтому каждое слово непосредственно пришло из сознания Бога. Некоторые говорили, что это неправда. Библия — лишь высочайший уровень человеческого достижения. Именно так думают те, кто хочет отвергнуть божественный авторитет, ибо перед вами изумительная книга, хранилище мудрости. Значит, это лишь собрание всего написанного людьми, достигшими высокого уровня религиозной гениальности. Они как все остальные гении. Это как «Одиссея» Гомера, или как божественная комедия Данте, или трагедии Шекспира. Высочайший уровень искусства, литературного мастерства. Как и другие шедевры, Библия — это шедевр человеческого гения, но очень человеческого и с погрешностями. Данный подход возносит человеческое авторство, возносит до уровня гения, но полностью отрицает божественное авторство. Но это не работает, и не работает по многим причинам, предложу несколько. Личность Иисуса Христа и то, как Он описан, превосходит всякую человеческую мысль. Кто может придумать личность, подобную Иисусу Христу? Никто не сможет такого изобрести. Он превосходит всех в чистоте, любви, совершенстве, праведности, любом качестве какого бы то ни было персонажа человеческой литературы. Нет никого подобного ему нигде в литературе человечества. Его не способен придумать человек. Кроме того, Он — тема всей Библии. На протяжении почти 1500 лет около 40 авторов писали на протяжении всего времени и пространства. 1500 лет, и все, что они говорили о Нем, последовательно, осмысленно и трансцендентно. Нельзя объяснить, как такая малосвязанная группа гениев могла целостно изобразить одну личность, превосходящую всякое человеческое воображение. Более того, кто будет писать книгу, проклинающую все человечество? Кто будет писать книгу, какая группа гениев напишет книгу, которая говорит, что надежда только в личности Иисуса Христа? Всем другим религиозным книгам, написанным всеми другими религиозными деятелями, помогали сверхъестественные гении, которых мы считаем бесами. В них предлагается спасение через дела. Они поклоняются человеческой гордыне. Нет личности, подобной Иисусу Христу, в других религиях мира. Гений всегда превозносит себя. И если авторы Библии
были бы просто человеческими гениями, которые достигли уровня гениальности, почему они не написали ничего, кроме Библии? Сами по себе они могли бы написать хорошие произведения, но не богодухновенное писание. Павел написал много посланий. 13 из них в Новом Завете. Но он написал гораздо больше. Не все вошло в Новый Завет. Это был лишь Павел. В самом лучшем своем выражении. Но лишь Павел. Например, он написал несколько писем Коринфянам, кроме тех, что в Библии. Но они не были богодухновенны. Он также был пастором, как другие пасторы, благовестником, как другие благовестники. Говорил истину, но слова не были напрямую богодухновенными. Богодухновенность не может быть лишь высочайшей степенью человеческого гения. Нельзя придумать Христа, осудить все человечество и оставить их с единственной надеждой, которая только в совершенном Христе. Кто-то предложил, что богодухновенность распространяется только на мысли авторов. Бог лишь вложил в их сознание правильные идеи, зародил мысли. Первый тип вдохновения называется естественным вдохновением, только человеческий гений. Второй вид называется мысленным вдохновением. Здесь предполагается, что Бог пришел в какой-то момент и дал автору идею, религиозную идею, духовную идею, и дал свободу выражать идеи по собственному усмотрению. Это отрицание словесной богодухновенности. Если это так, то мы зря тратим время на экзегезу текста, потому что слова не важны. Как сказал мне этот человек на шоу Ларри Кинга пару дней назад, вы так закопались в словах, что упустили из виду мысли Библии. Это удобная позиция. Понимание идей, концепций, религиозного убеждения, которые могут быть связаны или не связаны со словами. Но Библия считает себя непосредственным Словом Бога. 1 Коринфянам 2:13. «Возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого». Павел говорит, когда я передаю Божьи откровения, записываю вдохновленные им слова, слова эти не от человеческой мудрости, но учение Духа. В Иоанна 17:8 Иисус сказал, «Слова, которые ты дал мне, я передал им». И они приняли. Весть была в словах. Нет вести без слов. Нет богодухновенности без слов. Более чем 3800 раз в Ветхом Завете встречаются слова «Так сказал Господь». Пришло слово от Господа. Бог сказал. Здесь говорится о словах. Не существует бессловесных концепций. Когда Моисей отказывался служить Господу, он говорил, «Мне нужно делать что-то другое, потому что я косноязычен». И Бог не сказал, «Я дам тебе много хороших идей, а ты сам решай, как их сообщить». Бог не сказал, «Я буду с твоим разумом». Бог сказал ему, «Я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Понятно, почему 40 лет спустя, согласно Второзаконию 4.2, Моисей сказал Израилю, «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам. Не трогайте того, что я заповедую, ибо это от Бога». На самом деле истина в обратном. Библейские авторы записывали слова, которых не понимали. В первом послании Петра,
В первой главе говорится, что пророки записывали слова, не понимая их значения. Пророки, 10 стих 1 послания Петра, 1 глава, предсказывавшие грядущую благодать, исследовали, на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христову страданию и последующую за ними славу. Они пишут о страданиях грядущего Мессии, о следующей за страданием Мессии славе, а затем исследуют написанное. Исследуют те самые богодухновенные слова, чтобы понять, о какой личности и о каком времени говорится. Они не могли даже полностью истолковать значение слов, ими же написанных. Бог не давал идей без слов, но в некоторых случаях Он давал слова без законченных идей. В Матфея 24:35 Писание ясно гласит: «Небо и земля придут, но слова Мои не придут». Говоря, Бог говорит словами. И Библия есть письменное выражение слов, пришедших от Бога. Слов, которые сказал Бог. Мысли тесно связаны со словами, как душа с телом. Один автор пишет, что же касается богодухновенности мыслей, отдельно от слов их выражающих, с таким же успехом можно говорить о мотиве без нот или сумме без чисел. Нет геологии без пород или антропологии без людей. Нет мелодии без музыки, посему не может быть божественной записи его речи без слов. Мысли выражаются словами. Мысли Бога выражаются словами Бога и передаются нам посредством Божьего вдохновения. Этих слов в сознании автора. И они записывали именно то, что он хочет. А потом все это собирается в Библии. Другие исследователи предлагают разные подходы к доктрине богодухновенности. Некоторые считают, что богодухновенно только духовное и нравственное учение. Это называется частичная богодухновенность, то есть часть Библии богодухновенна, духовная часть и нравственная часть богодухновенна. Исторические отрывки, но это не важно, географическая часть, это тоже не важно, научная часть также не важна. Библия не должна быть точной во всех категориях, должна быть точной лишь говоря о духовном и нравственном. Это объясняет ошибки в Библии, легенды в Библии и все неистинные вещи в Библии. Богодухновенность, считают они, распространяется только на священное и не распространяется на светское. Но в этом проблема. Потому что либо Бог написал это, либо нет. Если Богу нельзя доверять в вопросах истории, в вопросах географии, в вопросах науки, как можно доверять Ему в духовных вопросах? Если нельзя верить, что Бог говорит нам правду об истории, правду о физическом мире, где мы живем, как можно доверить Ему наши бессмертные души и на каком основании можно считать Его достойным доверия? Зачем верить в духовное, которое нельзя проверить, если мы не можем верить историческому, физическому, материальному, которое можно проверить? Очень важно. Как только вы допустите мысль о частичной надежности Библии, вы постепенно начнете склоняться к полному отвержению Библии. И зачем доверять Богу в невидимом и недоказуемом, если Он солгал о видимом и доказуемом? Эта позиция совсем не нужна, ибо когда Библия говорит об истории, это истина, это подтверждено. Ничего исторического в Библии еще не было опровергнуто, как и научного или географического. Есть еще один взгляд на богодухновенность.
Богодухновенность понимается как Божье воздействие на читателя. Это открытый богословский экзистенциализм. Иногда его называют неортодоксией. Перед нами не непогрешимое слово от Бога. Оно не исходит прямо из уст Бога. Но Бог делает нечто хорошее. Он, когда вы читаете, и все это предстает перед глазами и сердцем, Он оживляет это. Он оживляет Слово, потому что дает вам некий экстатический опыт. Он дает вам мгновение контакта с Его духовной реальностью. Вы ощущаете Бога где-то между строк. Это, кстати, не авторитетно. Просто некие духовные мурашки бегают по телу, когда мы читаем Библию. Вас это может задеть не так, как остальных, и так для всех нас. Мы живем в этом моменте, в бытии этого момента, и в этот момент что-то неожиданно выплывает со страниц Библии, и существует некоторый фактор «ах» в богодухновенности. Те же люди говорят, однако ни в коем случае не думайте, что Библия действительно говорит историческую правду. Люди, верящие в экзистенциальную богодухновенность, также верят в демифологизацию Библии. Демифологизацию Библии? Именно так, это крупное либеральное движение существует уже много лет. Даже веков. Демифологизировать Библию значит убрать из нее все мифы. Что же такое эти мифы? Троица. Предбытие Христа, непорочное зачатие, божественная природа Христа, чудеса Христа, заместительная жертва Христа, воскресение Христа, вознесение Христа, второе пришествие Христа, вечный суд. Нужно демифологизировать Библию, все это нужно убрать. Далее берем оставшееся, и, возможно, в какой-то момент прочтения Бог коснется вас, и к вам придет экстатическое религиозное переживание. Фрэнсис Шефер назвал это прыжком веры, прыжком в никуда. Один автор пишет, «Такие люди отказываются верить, что Бог совершил чудо, дав нам посредством вдохновения непогрешимую Библию, но готовы верить, что Бог ежедневно совершает большее чудо, давая людям способность находить и видеть в несовершенном человеческом слове непогрешимое слово от Бога». Как можно получить совершенное божественное переживание через несовершенную человеческую книгу? Значит, Бог подтверждает ложь, значит, Бог подтверждает обман. Сама книга Библии недоброкачественна, она называет себя Словом Божьим. Либо это Слово Бога, либо величайший обман. Вы думаете, Бог может даровать подлинное духовное переживание через обман? Может ли Бог так поступить? Но это настолько запутанно, что такие философы, как Киркегор, говорят, только та истина, что назидает, является истиной для вас. Он был постмодернистом своего времени. Если все написанное в Библии ложь, как можно принимать истинность духовного переживания, вызванного ей? Есть много ложных взглядов. Последний, номер 5 в моем небольшом списке, позиция механической диктовки. Это подход с другой стороны. Каждое слово исходит от Бога, а авторы Библии – это роботы. Механическая диктовка, так называемая богодухновенная диктовка. Мы считаем, что Бог проговорил каждое слово, поэтому либералы утверждают, здорово, здорово, вы верите в богодухновенную диктовку. Авторы были в неком трансе, их ввели в некое трансцендентное состояние видения, и в таком состоянии они уподобились живым машинам, записывающим слова, продиктованные Богом. Правда, Бог мог использовать диктовку. Мог. И у нас был бы богодухновенный текст.
но он этого не сделал. Есть много разных стилей, разнообразий в использовании языковых средств разными авторами, очевидны личностные особенности. Авторы изливают свое эмоциональное состояние в написанном. Как написано в Новом Завете, Бог использовал авторов, вел их своим духом, Святой Дух двигал ими. Но они не были вне процесса, они были в самом центре процесса, они участвовали в самом процессе написания. Более того, они записывали настроение сердца, свои мысли, прозрение, свой опыт, свое собственное понимание под всецелым контролем Бога. Это становится очевидным из нескольких отрывков, очень важных для нашего понимания. Покажу вам три таких отрывка. Можно начать с послания к Евреям 1 главы, 1 и 2 стихи. В Евреям 1 главе 1 и 2 стихах есть хорошее описание божественного авторства Писания. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии, говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Во-первых, Бог проговорил. Это ключ к библейскому пониманию богодухновенности. Бог проговорил. Сам Творец устранил препятствия для понимания Его, явив Себя. Бог говорил через пророков. Имеется в виду авторы Писания. Через множество пророков, полимерос, много разделов, много книг, если точно 66, 39 в Ветхом и 27 в Новом Завете. Он говорил во многих разделах, многообразно, политропос. Что это значит? Через видение, пророчество, притчи, типологию, символы, ритуалы, богоявления, непосредственно голосом. И все это записано в Ветхом Завете. Каждый раз, когда Бог говорил и хотел, чтобы это было записано, Его слова были записаны. Бог говорил с отцами, через пророков, через много разделов, отрывков, книг, многообразно, и все это собрано вместе в Ветхом Завете. И вот в эти последние дни Он проговорил там снова в Своем Сыне. Это ссылка на Новый Завет. Бог говорит снова. Бог показывает Себя. Ветхий Завет не собрание мудрости древних людей. Это голос самого Бога, переданный Его способом. Все, что Он сказал и предназначил для записи, было записано авторами Ветхого Завета. В Новом он сделал то же самое. Все, что он предназначил для записи, записано новозаветными авторами. Обратите внимание еще на два текста. 2 Петра, 1 глава. 2 Петра, 1 глава. Стих 20. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». И ключевое слово, посмотрите, «движимы», «движимы». В конце 21 стиха говорится, что люди были движимы Святым Духом. Он вел их, нес их, как лист, плывущий по течению. Они были в процессе, движимы. В первом послании Коринфянам 2 главе, в 10 стихе Павел пишет, «А нам Бог открыл это», то есть свои славные истины, явил откровение о себе.
Нам Бог открыл это, то есть все Его откровение Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованный нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого. Все это просто говорит нам, что этому их научил Дух. Они это получили и записали. Вот что значит быть движимым, ведомым Святым Духом в записи этих слов. 21 стих опять гласит, «Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой». Слово «пророчество» в данном случае охватывает все Писание, относится ко всему Писанию. Это не просто предсказание, как мы часто понимаем пророчество. Это значит слово, это значит предстать и говорить, профами, выступать, открывать, говорить перед кем-то, утверждать сказанное Богом, все сказанное Богом, все, что Бог проговорил в Писании. Все это произносимо не по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Итак, если снова вернуться к 20 стиху, никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Хочу немного поговорить о слове «разрешить». Это слово «эпилусис». Это может быть слово «высвобождать». Данное слово фактически означает «вдохновение». Использование родительного падежа означает «источник». Поэтому идея такая. Никакое пророчество в Писании не высвобождается, не находит источника в человеческой воле. Никакое пророчество не произносится по воле человеческой. Все Писание идет от воли Святого Духа, который движет людьми, ведет их корабль, как корабль, расправляющий паруса, исполнивший Святого Духа, ведомые в установленном им направлении, люди пишут сказанное Богом. Еще один текст, и я даю лишь краткий обзор этих текстов. 2 Тимофею 3:16. Очень знакомое место. «Все Писание Бога духновенно». Мы с этого начали. «Все Писание паса графе теопнустес». Все написанное. Писание, божественные записи Бога духновенны. Это дыхание самого Бога. Поэтому в Римлянам 3:2 Писание называется «Божьими изречениями». Божьими высказываниями. Бог – автор сказанного в Библии. Вы можете найти это свидетельство у многих, многих библейских авторов. Перечитывайте Ветхий Завет снова и снова. Это хорошее упражнение. Прочитайте Иеремию, например, с 1 по 3 главы. И посмотрите, сколько раз Иеремия говорит «Так говорит Господь». «Так говорит Господь». Он начинает пророчество во 2 главе, в 4 стихе, так. «И было ко мне слово Господне». Он получил слова, пришедшие прямо из уст Бога. Итак, нам нужно понимать богодухновенность как откровение Бога, данное нам в письменной форме, Духом Бога, вложившим весть в сознание автора, который перемешивает это с собственным опытом, своими собственным словарным запасом. И из этого происходит всякое слово, предназначенное Богом для записи. Бог без проблем может использовать все и всех сотворенных им для достижения своих целей.
Писание ясно свидетельствует, что это Слово Бога. Но в завершении сегодня я хочу поговорить о самом важном, на мой взгляд, свидетельстве. Это свидетельство Иисуса Христа. Свидетельство Иисуса Христа. Каковы же взгляды Иисуса на Писание? Что Он думал о Писании? Во-первых, я приведу вам небольшой перечень. Во-первых, он признавал себя темой Писания. Иоанна 5:39. «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Христос понимал, что Он – тема всего Писания, и что Писание очень точно говорит о Нем. С самого начала и до конца Писание очень точно говорит о Нем. Луки 24:44. Он открывает Ветхий Завет и учит идущих по дороге в Эммаус обо всем, что касается Его из Ветхого Завета. Итак, он говорит, «Писание – это истинный и точный рассказ обо Мне». И я – главная тема всего Писания. Во-вторых, он пришел исполнить Писание. То есть он не пришел исправлять его, он не пришел редактировать его, он не пришел менять его, он пришел исполнить его. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Ничего не надо трогать, ничего не надо менять, ничего не надо отделять. Не нарушить пришел я, но исполнить. В Матфея 26:24 он говорит, «Сын человеческий идет, как написано о нем. Я в Божьем расписании делаю именно то, что было записано». Он повелел Петру убрать меч в той же главе, Матфея 26 главе, потому что говорит он, «Как же сбудутся Писания, что так должно быть?» Он исполнял Писание во всем, что делал. Таким образом, Иисус утверждал, что Он главная тема Писания, точного рассказа о Нем, что Он пришел исполнить Писание и ничего не нужно отменять в Нем. С другой стороны, каждый отдельный аспект должен быть исполнен. Он сказал, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Для него Писание в целом было откровением Бога, поэтому в Иоанна 10:35 он сказал, не может нарушиться Писание. Нигде ничего нельзя вырезать. Оно внятно, всеохватно, закончено и полно. Он сравнивал продолжительность Писания с продолжительностью Вселенной. Мы все знаем, что смерть приходит, когда вторгается грех. Там, где грех, там смерть. Слово Бога непорочно и пребывает вечно. Оно не тронуто грехом, а значит совершенно. Именно Иисус акцентировал важность каждого слова и каждой буквы, говоря, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона. В Луки 18:31 он говорит, «И совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом». И даже основанием для толкования Ветхого Завета у него послужило одно слово. Слова имеют значение. Иисус, отвечая саддукеям в Матфея 22 главе, говорит, «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией, ибо в воскресении не женится, говоря об ангелах, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы, реченного вам Богом? Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Он не Бог мертвых, но Бог живых. И доказательство – слова Бога «Я есмь». «Я есмь вечно живущий». Более того, Он не только вечно живущий, но и мы тоже будем жить вечно. Они не верили в воскресение, и Он доказал свою точку зрения, или к нашему удовлетворению доказал свою точку зрения, говоря о вечности Бога, ссылаясь на глагол «в настоящем времени». Он также поставил Писание на место, равное собственным словам.
Нужно осторожно подходить к изданиям Библии, где слова Христа выделены красным шрифтом, ибо можно подумать, что сказанное Иисусом важнее других частей, но они не более важны. Его слова равны другим. Матфея 24:35. «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Писание не придет, и мои слова не придут. Они равны. Его слова не важнее, они равны. Ни то, ни другое не придет. Он признавал силу Божьего Слова во время искушений, описанных в Матфея 4 и Луки 4 главе. Когда его искушали, он отвечал Писанием, он несколько раз ссылался на Писание, говоря, «Разве ты не читал? Разве ты не слышал?» На кресте он лично исполнил ветхозаветные пророчества, сказав «жажду», потому что именно такие слова предсказаны в 21-м псалме. Он подтвердил следующие отрывки в Ветхом Завете собственными словами. Сотворение Адама и Евы, убийство Авеля, Ноя и потоп, роль Авраама, обрезание, уничтожение Содома и жены Лота, спасение Лота, призвание Моисея, закон Моисея, манна с неба, медный змей, и можно говорить еще и еще. Он подтвердил истины Ветхого Завета. Иисус обосновал достаточность Писания для спасения, сказав в Луки 16:29, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их, это все, что им нужно, чтобы не попасть в ад». Он показывает, что источник всякой ошибки – незнание Писания. Марка 12 глава. «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний?» Приводитесь в великое заблуждение. Десятая часть слов Иисуса, записанных в Писании, из Ветхого Завета. Он цитировал Ветхий Завет 180 раз из 1800 стихов, где записана его речь. Десятая часть слов Христа – цитирование Ветхого Завета. Он также сказал, что Он есть истина, что Он – вечное Слово. Он – образец для нас в том, как надо подходить к Библии. Итак, в итоге все это дает нам три возможных вывода. Первое, в Библии нет ошибок, согласно свидетельству Иисуса. Второе, в Библии есть ошибки, но Иисус о них не знал. Третье, в Библии есть ошибки, Он о них знал, но прикрывал их. И существует только один возможный вывод. Если в Библии есть ошибки, и он не знал о них, то он не Бог. Если в Библии есть ошибки, и он знал о них, но прикрывал их, тогда он сатана. Но он Бог, он не сатана. И в Писании нет ошибок. Авторитет Христа решает вопрос богодухновенности текста. Писание таким образом становится обязующим словом Христа. «Да пребудет Слово Христово в вас обильно». Писание – это Слово Христа. Он берет за все ответственность. В 1 Коринфянам 2:16 сказано, «Мы имеем ум Христов». Обращаясь к Слову Бога, мы подчиняем всякую мысль Христу. 2 Коринфянам 10:5. Христос берет ответственность за все Писание. И мы должны следовать примеру на основе Его свидетельства. Еще многое можно сказать, но наше время вышло, давайте помолимся. Мы благодарим Тебя, Отец, за уверенность, которую дает Писание само по себе. Оно само себя защищает, ибо Ты действительно говоришь через него. Мы не знаем, как именно происходило чудо вдохновения,
Мы не понимаем этого духовного процесса. Но мы знаем, что это истина. Мы знаем, что авторы писали из собственного опыта, записывали свои размышления, свою точку зрения. Но тем не менее, ты сделал так, что каждое слово пришло из твоего сознания. И у нас есть истинное Слово Бога. Дай нам познать, что это Слово дает жизнь, поддерживает жизнь и однажды приведет к вечной жизни, ожидающей нас в Твоем присутствии. Твое Слово приносит свет, и этот свет – наша жизнь. Мы благодарим Тебя за Слово, благодарим за Его действие. Пусть оно производит свое великое действие в нас постоянно. Пусть обильно пребывает в нас. Молимся во имя нашего Спасителя. Аминь.